Самарский художник Юрий Вукин по образованию является учителем истории и английского языка. Однако это не помешало ему заниматься любимым делом – созданием картин. Уже более 50 лет он создает работы, которые представил на своей новой выставке в Доме актера. Мое дело сделать, а дальше я уже ни за что не отвечаю. Когда я делаю, я, конечно, это желаю всем мира, спокойствия, душевного равновесия. Но когда уже это свое дело сделал, уже поздняк метаться, потому что дело сделано. То есть зритель сам должен выносить свое суждение. На выставке живописи Юрия Вукина гости смогли увидеть более 40 работ, выполненных акрилом, маслом и темперой. Наконец-то попал на прекрасную выставку этого прекрасного художника, разностороннейшего художника, который просто двигает свое творчество в разные стороны, и он совершенно разные работы. Мне это очень нравится. Это мой любимый художник. Очень много, в том числе, юморных работ. Даже те, которые кажутся, что там нет юмора, все равно, если внимательно посмотреть и глядеться, это так. Ну, животные, само собой, всегда вызывают легкую усмешку, не без этого. Выставка живописи Юрия Вукина продлится до 20 декабря. Посетители могут не только увидеть работы самарского художника, но и приобрести их. Августина Охременко, Игорь Казановский. События.